В дождливую погоду здесь не пройти. Местные говорят, лужи по колено. Эта дорога ни разу не ремонтировалась, хотя жители вокзальной 6А были уверены, что скоро здесь появится новый асфальт. Дом отремонтировали, но новое дорожное полотно положили только вдоль отмостков пятиэтажки. Яма на яме. Уж у кого вот машина есть, частная машина. Все дно, это туда уж, можно сказать, тяжело проходит машина. Но сколько вот, когда дом построили, это ремонтировали фасад, то это вот одна наша дорога, вот эта улица, вот оттуда до сюда осталась без ремонта. Особенно страдают жильцы нижних этажей, среди них Галина. Говорит, во дворе стоит такая пыль, что невозможно открыть окна. Был бы просто асфальт, у нас вот эта пыль, да, мы вот на первом этаже живем, и вся пыль там, у нас каждый день хоть помидоры сажай, мы даже дышим пылью. Люди в обиде, собираются писать коллективную жалобу в прокуратуру. Говорят, эту дорогу каждый год вносят в список по благоустройству, и всегда ее ремонт откладывается. Как нам сообщили в управляющей компании, в этом году ремонт здесь не запланирован. Предварительно его сделают в следующем году. Анастасия Шакирова, Фахри Исламов, новости НТР.